Долгожители в Азербайджане – это Лирикский район. Там находится единственный в мире музей, посвященный старцам-рекордсменам. Секрет долголетия пыталась разгадать моя коллега Рамиля Тагиева. Вязать, шить, доить коровы и месить тесто – ежедневные обязанности бабушки Халимы. И она справляется со всем, хотя ей уже исполнилось 104 года. Халима Гамбарова сама вырастила 11 детей. И что бы ни случилось, никогда не унывала. Здоровье мужа подорвала война. Он дважды был тяжело ранен, потерял руку. И потому так рано ушел из жизни. Детей пришлось воспитывать мне. Нам было очень тяжело, но улыбка никогда не пропадала с ее лица. Она своим оптимизмом нам давала уверенность в завтрашнем дне. Характер и долголетие у бабушки Халимы от родителей. Ее отец Ширали Муслимов установил рекорд. Прожил 168 лет. Его фотографии есть в специальном музее, где